Здравствуйте, ребята! Это пацаны мега талантливые, наши братья из Ростова. Это Джакона, это АВГ, Арам и Валико. Это Скирена, наша девочка, Анюта, наша маленькая, никому в обиду ее не дадим. Че, пацаны, че покажет? Парень, мы устроим манифесты. Капали на нервы, нам мы капали на вес. Если ты ошибся, ты теряешь вес. Нам тут было весело, мы тут за интерес. Эй, оу, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Было. Но очень хорошо. Вообще, пацаны, бомба. Бомба. Не надо близкий, тут все солдат. Но живые слова, мой первый раунд. Я просила братьев, и я в Golden Sound. Как ты думаешь, твоя музыка лучше заходит в провинции или в Москве? Ну, в целом, я думаю, что в провинции. И не потому, что там она какая-то простая, и там люди ее легче угадывают, а потому что легче услышать то, про что я говорю. Там меньше, как бы, мыльницы на глазах, той, про которую тоже в том числе я говорю. Uh-huh. Вот Москва, она чуть такая. Она, во-первых, очень-очень-очень сильно разношерстная и очень многослойная. Тут люди, вот прям, знаешь, там можно на 15 частей ее разделить, и вот там эти люди вот так видят, тут йоги, тут музыканты, тут артисты, тут преступники, там киношники творческие, тут бизнесмены, тут арбитражники, еще кто-то, она такая вот прям нафаршированная. А в провинции люди плюс-минус, они как бы про одно. И ты в эти ценности попадаешь своей музыкой, правильно? Я думаю, что моя задача не попасть в ценности. Моя задача их преподнести. Такие ценности, которые у меня. И откликаются они больше на данный момент.